А так, по сути, этот аппарат, эта процедура, она не вредна для кожи, она стимулирует обновление клеток кожи, она очищает кожу очень хорошо, очищает очень хорошо глубоко поры. То есть даже подростки, там люди, у кого есть угревая сыпь, какие-то прыщи, да, то такой аппарат с ультразвуком, он помогает излечить эти поры. Вот. Ну а так для нормальных людей это просто очищение кожи, обновление, снятие старого эпидермиса, сужение пор происходит и в то же время стимуляция кожи. Когда вот, значит, первой стороной мы производим чистку, да, другой стороной мы уже производим массажик. То есть это стимуляция, это массаж, это хороший приток крови к коже, это замечательное проникновение. Это очень хорошо помогает проникать каким-то полезным веществам в кожу. Вот, и, естественно, улучшается кровоток, кожа начинает хорошо кушать, обогащена кислородом, соответственно, потому что кислород в кожу поступает также из крови нашей, да, и, в общем, все самое полезное, что только может быть, вот. Но при каких-то воспалительных моментах, прям совсем, когда там какие-то воспаления на коже, это использовать нельзя. Также это нельзя использовать, когда у человека температура, когда он болен, и, кажется, все. Вот, всего лишь такие вот противопоказания. Так, значит, эта штука подойдет всем. Моя штука называется Джизотон. Здесь название написано. И, значит, мы сейчас приступим. Для начала нам нужно, конечно же, очистить кожу. Я предлагаю воспользоваться какой-нибудь такой вот распаривающей ванночкой. Да? Можно принять какую-то ингаляцию. Вот есть ингаляторы, туда засыпать травки, календулу, либо ромашку и хорошо распарить лицо. Да? Но если такой возможности нет, то мы можем просто умыться теплой водой. Кстати говоря, не хуже подойдет просто горячий душ. Я вам показываю вот все, что мне доступно. Я смачиваю теплой водой лицо и умываюсь такой вот пеной. Очищаем также шейку. Я воспользуюсь вот такой вот отшелушивающей губкой. Какое-то новшество из силикона, губочка от Sephora. Я купила, вернее, не купила, как раз получила ее в подарок в Эльдабате за свои покупочки, за шопинг. То есть там сертификат был выдан на бесплатные какие-то подарочки. Вот я набрала всяких таких щеточек. Вот круговыми движениями я произвожу вот такой вот массаж по массажным линиям, как я вас уже учила. Очень приятные ощущения. Поможем коже уже раскрыться, немножко расслабиться. Вот, кстати говоря, тут еще такие различные всякие точки, вот даже пальчиком так водишь, и приятно как-то они вот производят такой микромассаж, вот так вот есть покрупнее здесь такие, как это называется, пупырышки, во, и вот такие вот тонкие иголочки из силикона, очень-очень приятное ощущение. Значит, мы очистили нашу кожу, либо распарили в какой-нибудь ингаляции, в травке, в ромашечке, календуле, все подойдет, крапива подойдет. Распаривать. Если нет ингалятора, можно нагреть кастрюльку с теплой водой. И приступаем к самой процессе ультразвуковой чистки и стимуляции нашей кожи. Для этого нам понадобится либо термальная водичка в спрее, либо какая-то чаплашка с теплой водой, с питьевой причем. Вот. Для использования аппарата Джизотон, для ультразвукового аппарата, кожа должна быть постоянно влажной, не забываем ее увлажнять, то есть чистить по сухой коже нельзя, нельзя тянуть кожу, нельзя травмировать, он достаточно такой вот жесткий, да, лопаточка металлическая, поэтому кожу не нужно сильно травмировать, нужно относиться с осторожностью к этому. Я воспользуюсь самой такой сильной интенсивностью, красную кнопочку, и вот теперь можно видеть, лопаточка изогнута, да. Теперь можно вот так вот перевернуть ее, и вот как бы выступом наружу, мы начинаем, вот видите, он уже глючит, мы начинаем в противоположном направлении вот так вот очищать нашу кожу. Проводить этим аппаратом по каждому участку кожи нужно не более 4 раз, то есть нужно рассчитать. Я обычно делаю начистку 2 раза, и потом массажик обычный и лимфодренаж по 1 разу.
Вот, то есть, когда вы будете производить вот такие вот движения, удерживая аппарат вот в таком положении, как бы по диагонали, не по диагонали, а как бы вот под углом 40 градусов, да, примерно вот, вы увидите такие брызги. Вы как бы будете счищать все это, и вы увидите, как из пор прям поступают такие брызги воды, то есть мы же ее изначально увлажнили, и от ультразвука, от вибрации будут вот такие вот брызги. Так что не пугайтесь, это так и должно быть. Мы очищаем хорошо все поры. Кстати говоря, эту лопаточку я очищаю каким-либо антисептиком, либо хлоргексидином, смачиваю ватный тампон и протираю его полностью причем. Либо можно просто каким-нибудь спиртовым раствором, либо мироместином, в общем, что-либо такое вот антибактериальное. Ну, практически как бритвенной машинкой пользуемся. Избегаем области вокруг глаз. Значит, такую процедуру можно проводить 10 раз в полгода. Рекомендовано, написано, что можно производить это через день, но я делаю обычно один раз чистку, и остальные 10 раз я делаю просто стимуляцию, я делаю массажик этой лопаткой, потому что моя кожа не нуждается в столь глубокой чистке, мне достаточно почистить кожу раз в полгода. Вот, и над губами мы делаем вот так вот снизу вверх, нет, сверху вниз. Кстати говоря, те люди, у которых стоят какие-либо инъекции, какие-либо гиалуроновые, там, мезотерапии, подколоты губы, носогубные складки, этой штукой пользоваться нельзя, иначе ваши губы и ваши складки вы обнаружите у себя на ушах. Ну, в общем, что-то там рассасывается, расплывается, поэтому будьте осторожны с этой штуковиной. Вот, и также, кто использует ботокс, ей тоже пользоваться нельзя. Вот. Что делаем дальше? Следующим этапом у нас идет стимуляция, да, массаж. То есть можно поступить тем же образом, можно просто смочить лицо увлажняющей водичкой какой-то, да, лосьоном, термальной водой и производить по влажному лицу массаж. После чего мы наносим маску, которая у нас вдвойне поступает вовнутрь кожи, кожа кушает в два раза лучше. Вот, но я поступила иначе. Я купила вот такой вот активный гель с экстрактом икры от Beauty Style. Это в том же самом медицинском павильоне. Косметика предназначена для салонов, косметика производства США. Вот, ну уж не знаю, какая тут икра, но гель действительно очень приятный, очень стимулирует кожу. Вот сейчас, когда я сделаю с ним массажик, то есть я делаю массаж прямо с ним, я его использую вместо увлажнения, вместо воды, наношу на лицо и произвожу массажные движения этой лопаткой. Вот, вследствие чего гель очень хорошо поступает вовнутрь, увлажняет кожу, питает ее, подтягивает, и можно видеть такой прям румянец, кожа светится, и кожа вся такая напитанная, кожа свежая. Вот. После чего я маску уже не наношу, дабы не было перенасыщения, да? В общем, каждый может выбрать для себя удобный ему путь. Вот. Ну вот я выбрала для себя такой, значит, это вот гель. Я его наношу, не впитывая, не втирая ни в коем случае, просто на поверхность кожи, так, чтобы лопатка хорошо скользила. И теперь другой стороной, вот как раз где у нас вот этот вот выступ, мы этим выступом начинаем производить массажные движения. Уже по массажным линиям, то есть чистку мы производили в противоположном направлении, здесь мы начинаем вот такими медленными движениями по каждому участочку кожи проводить. Такое будет легкое пощипывание. Кстати говоря, если где-то у кого-то есть морщинки, то можно на этих местах позадерживать аппарат, подержать подольше на этих местах. Может быть, поначалу покажется не очень удобно держать аппарат там левой рукой, правой, вот, но все дело привычки, было бы желание. То есть мы все делаем по массажным линиям снизу вверх, стимулируя и подтягивая нашу кожу. Носик делаем снизу вверх. Кстати говоря, над формой лопаточки я бы еще поработала. Я не могу сказать, что она совершенная. Вот, сложно в какие-то места добраться, но, видимо, так оно нужно, поэтому используем то, что у нас есть. Вот, личико сразу начинает нагреваться, чувствуется прям.
Носогубные складки прорабатываем снизу вверх. Под носом делаем сверху вниз. И, кстати говоря, здесь можно также проработать область шеи, но нужно избегать область щитовидной железы. Не злоупотребляйте, лучше всего вообще проконсультироваться с врачом. Вот, теперь я сделаю лимфодренаж. Это вот такие вот вибрации. Такая процедурка помогает избавиться от отеков на лице. И также всячески стимулирует нашу кожу. Ну вот, такая несложная процедура уже закончена, зато море удовольствия и эффект на лицо. Я наношу свою любимую маску для век и для губ Деклиор с маслами цветов. И ложусь отдыхать на 15 минут. Увидимся!